Всем привет, вы на канале Фордмаг, и сегодня в этом выпуске реакции мы с вами заценим большой RYTP коллаб, выпущенный на канале Зверовокса под названием «Третий с вишней». Да, оригинальный фильм «Третий лишний» был в принципе неплохим таким дебютом Сета Макфарлейна с довольно-таки интересной концепцией, порой с шутками на грани, хотя чего еще можно ожидать от Сета Макфарлейна, создателя Гриффинов. Но в любом случае, давайте заценим, что чтобы такого нам преподнесли пуперы в этот раз, а там целых пятеро пуперов, и каждый со своим уникальным стилем. Я, черт подери, хочу заценить, что же они там такого намутили с этим фильмом. Ну, поехали! Три, два, один, погнали! Ух, да... Говорят, что волшебство давным-давно исчезло из нашего мира. Тем, кто разучился смотреть на мир глазами лучинки, мы поведаем историю. Я потерял эту возможность на Рождество. Лет 10 назад. 1953 года. В городке на окраине Бостона. Дети городка долбились от души. Стояла та чудная еда, когда вся бостонская детвора собирается вместе, чтобы в едином порыве избить еврейских детей. Ублюдок, мать, а ну иди сюда, говно собачье. Можно с вами? Тупая история Кайла. Наконец, всем пиздец. А я знаю, что ты дрочишь. Он говорящий! А вот и я, сус. Ублюдок, убери это нахер! До нас дошла. Тархадал, тархарвар, кархада, кархар-карвар. Вот что Господь делает! Вот что Господь делает! Вот что... Я одобряю такие промышления Господа. А я когда поеду в Египет? Блядь. Мы подыщем тебе работу. Слишком жизовая. Ты как дебил. Неправильно, блядь. Таких, как я, дарят вот ничего. Дик. Хорош подарок. Я как дебил. И какие же у вас навыки? Рэр. Вы, блин, это... Ты приемный. Гуманитарий. Чушь. Значит, похоже на типичную музыку из Гриффинов. Светишь, лампу бери. Ты в порядке, красавица? Ты сама свалка. Заткнись, Мэг. Да нет, все красно, только не успела покакать. Я снес закончился, а на морковке места нет. А вот еще. Мой парень не может играть в городу без своего шишки. Там что-то с головой, проблемы какие-то. Да. Ну, очень такой слабучик у Славона. Нет, вот на это мне совершенно поебать. Пускай хоть бупер. Поймите, он очень богатый. Ну и к тому же он сексуальный парень в Казахстане. Доброе утро. Доброе утро, девочки. Простите, что прервал ваше обсуждение размера моего члена. Но, лол, зайди ко мне в кабинет. Но, нет. Понимаешь, секс, у меня работа маналом, так нет, что... Нет, это по работе, честно. Ах ты пиздбол. Какой козёл. Козёл! Ставлю 300 баксов. Он ей показывает лихот на Бравл Старс. Зацени. Братан, надо играть не в Brawl Stars, надо играть в Real Life. Что угодно, лишь бы не в Raid Shadow Legends FK Arena. Если ты сможешь пробить эту стену, а вот и виновник. Ты настоящий Гордон. Ты что, серьезно? Я прошибу ее. Сейчас. Давай, ебал! Джон Си! I'm sorry. Оу, щит. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда. Бегите. Держи его! Охренеть! Ты пидорас больной! Так было в оригинале. Мне вообще похуй. Спокойно, давай поговори спокойно. Как тебя зовут? Меня зовут Фанни. Фанни. Мим. Какой-то слишком мощный поток мемов. Только едно в голове, мам. О, Гай, ты тоже здесь? Нет. А этот жарит. Это он меня жарит.
И мы любим голубой. Мы любим бутылочки. Да. Жизнь тут была не самая приятная. О! РТПшечка, в смысле жизни. Вот это прикол! А, Джонни, вот ты где. Надо глотнуть пивка. Этот типка с твоей работы, а ты похож на зеленого фонаря. Ай, даря. Что? 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 Знаешь, что сейчас было? Было. Все, капец, совсем капец, моя жизнь уничтожена. Что? Ой, да ладно. Да ладно. Стой, Джон, погоди, послушай. Остановитесь. Вообще, похуё. Насрать. Ну нахер. Шлюха. Охренительная хрень с кусками дыни в пиздатом арбузном каркасе. Экса, скажи фруктам заебись. Ну серьезно? Ходят слухи, что ты у нас сас. Пидорас. Это срабатывало в школе, коле. И с тех пор у меня флекс. Сас самым хую. Ты сходишь на забива. Еще ты роскошная женщина. Вот тебе Джон Петрищина. Мощно. Оу! Эй, Джонни! Я уже забыл, что он читал Тинтина, а. Не двигайся! Это разборка пидорская. Оу! Какой контент. А, как же скучал по такому. Прости меня. Извини, пожалуйста. Разреши мне помочь. Вальпургиева ночь. Я постараюсь вернуть тебе Лори. Интересно. Вот и помер дед Максим. Классика, боже мой, поклон. Я уже поставлю сразу лайк, как минимум, за деда Максима. Давайте поддержим всех участников коллаборации лайком и подписочкой. Каждого. Ну, их каналы в описании, соответственно. И про меня старого не забывайте. Кстати, следующий путь на семейку Крутс. Наверное. Возможно. Не точно. Ну, вполне вероятно, да. Уху! Ну что ж, ребята, это было забористое дерьмо, и оно мне чётко не понравилось. Сделан был пупец просто офигительно. И монтаж, и вставочки, и чёрт подери, слабут. Боже, какой же здесь отличный слабут у каждого автора, и поэтому... Каждый, кто участвовал в данном пупе, лично от меня получает просто огромный респект. И непомерно гигантский лайк, реально, это потрясный коллаб. Ребята, вы затащили, и я, черт подери, надеюсь, что таких коллабов будет еще больше. Да и, блин, ребята, поддержите каждого из участвующих в этом коллабе огромным лайком. Прям вот зайдите по ссылке, которую я оставлю в описании, и каждому поставьте лайк и подпишитесь. Эти ребята заслуживают этого. Ох, а на этом, думаю, все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Обязательно рекомендуйте видео для следующих выпусков. Жмякайте на кнопку колокольчика. Ссылочки на Donation Alerts и ВК в описании. Но обязательно подпишись на каждый канал. Ссылки в описании. Серьезно, обязательно подпишись, и я проверю. Всем удачи и всем пока.